Так, раз, два, проверка звука. С вами Казуко Фэмили. Мы продолжаем проходить Вольфенштейн, как мы с вами давно не виделись. Так, в общем, не забывайте про лайки, про репосты, про колокольчик. Не забывайте самое интересное, а мы погнали. Посмотрим, что дальше. Так, хата. Хата у солдата, да? Так. Вернулся. Ну да. Привет, Биджей. Ищешь, где бы деньги потратить? Как бы, по факту, да. Так, подожди. Недавно мы увели у нацистов ящик с кристаллами. Понятия не имею, зачем они нужны, но тебе продам с удовольствием. Если надо, поговори с продавцом. Мне уже рассказали о твоем походе на раскоп. И о русском, которого ты освободил. И все-таки, что этим нацистам там понадобилось? Не понимаю, зачем ты все еще торчишь в Айзенштадте. Чего бы там ни накопали нацисты, союзникам бы это тоже пригодилось. Окей. Нужны припасы? Так, а что мы можем обновить? Крупный калибр. Вот так, да? Можем. Разрыв на осколки. Себестолку, да? О! Снайперский прицел, это круто. Конденсатор отдачи, это тоже круто. Так. Ага, тень. Ничего не доступно, да? Заведение. Ага. Ну погнали, чё? А куда? А, это не то задание, да? Скажи Каролине, чтобы заглянула на днях. У меня для нее подарок. Хитрый какой подарок у него там какой-то. Для Каролины. Так. А нам куда вообще? Ниже? В какую сторону топать? Подожди. А, в эту. Пивнуха. Где же он? Куда он пошел? Эй, шваль, кто не боится солдата Рейха? Вот он так. Ты сорвешь задание. И что нам делать? Ну. За Ганса! За величайшего солдата Рейха! Я! За Ганса! Опа! Та-та-та-та-та-ра-та-ра-та. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та. Сколько бы времени не прошло, Вольфенштейн не говно. Так. А что тут? Свинка Пеппа? Нет, это уже свинка Пеппа. Так.
А, понятно, ладно. А можно у кого-нибудь что-нибудь? Ну, вы поняли. Нельзя? Совсем? О, печаль. Кому-то плохо. Я бабки еще, мужик. Эй, ты! Сюда! Да не кричи ты, я не слепой, ну. Агент Блажкович, вы нам нужны для важного задания. Несколько дней назад двое бойцов Золотого Рассвета отправились проверить кое-какие слухи о соседней ферме. Сегодня утром один из них вернулся тяжело раненый. Он умер, не успев ничего рассказать. Но у него был кристалл, как у вас, только похуже. Мы не солдаты, поэтому вынуждены просить вас отправиться на ферму и выяснить, что стало со вторым бойцом. Так точно. Генералиссимус, так. Так. Ну, ферма фермой, в принципе. Нам же нужно еще о Каролине отчитаться. Давайте выберем Каролину. Поговорить с Каролиной. Почему нет? Опа. А я кое-что вижу. Кое-что интересное. Да что? И чё? Неплохо, неплохо. Так. Так, сейф это хорошо. Тихо. Я. I'm sniper. Или еще? Оу. Что-то вас... Нихерища, ребят. А я такой думаю, откуда палец, мразь? А он вот откуда был. Каролина, да? О, Каролина. Так, погнали. Отличная работа в раскопе, Блажкович. Да-да. Thank you very much. Так, подожди. А тут есть бабки? Guten Tag. Guten. Guten fuck. Так, подожди. Здрасте. А я здесь ничего не могу, да, уже? Что скажешь, дама? Удивительно, что ты еще жив. Взорвал что-нибудь интересное? Каролина, отряд столкнулся с сильным сопротивлением при продвижении к церкви. Отлично, Блажкович. Мы наблюдали за тем, как нацисты строят какое-то странное устройство в заброшенной церкви. Мы послали туда отряд бойцов, но им бы не помешала твоя помощь. Я отметила место на твоей карте. Будь осторожен. Ага, церковь, значит, да? У нас две задачи. Церковь, либо ферма, да? Чего? Нельзя терять ни минуты, Блажкович. Иди за мной к церкви. Серьезно, к церкви, бля. Так держать, Янки! Это же вы, не так ли? Вы и Пиджей Блажкович. Спасибо, что спасли мне жизнь. Да-да-да, не за что. Здорово, Блажкович! Где этот хрен? Все? Идем, Блажкович. Церковь в той стороне. Идем. А я что, на месте стою?
по-твоему. Блин, подожди, мужик, я бабки хотел проверить. Бабок нет? Или подожди? Вот о чем я и говорил. Бабки на дорогах не валяются. Так, стоп, подожди. А я тут был? Подожди-ка. Или не был? Стоп. Что тут есть? Нет. Подожди, что тут? Может, мы тут были? Или не были? Подожди. Тут же ничего не открывается. По факту, да? Ладно. Погнали. Так. Ниже. Где тут хрен? Подожди. Так. Ну. Боевись ты, мразь. Тупая. Оу. Подожди, они что, того хрена убили, что ли? Или он пошел туда? Твою мать. Кого загнали в угол? Окей. Все? Кто это сказал? Я-то не испугался. Ты что, трус? Блять, серьезно, они того хрена убили? Что-то быстро. Что, трус? Выходи. Гутен так, Блашкович. Забирайтесь в кузов. Я отвезу вас на ферму. Подожди, ферма? А при чем тут ферма? Стоп. Ферма это по основному заданию, а я хочу в церковь. Подожди. Ферма подождет. Так, подожди, а где? Подожди-ка. Хорошо, что ты здесь, Биджей. Мы нужны у церкви. Окей. Купи все необходимое у торговца на черном рынке. Когда будешь готов идти, подойди ко мне. Угу. Что-нибудь интересует? Ну, я, по-моему...
все скупил. Нет. Готов? Надо спешить. До церкви путь не близкий. Вот и церковь, да? Блажкович, этот свет в небе — дело рук нацистов. Ступай к церкви и помоги остановить их, пока они не уничтожили весь город. Весь город? Интересно. Ух ты, блядь. Оу. Нам все ниже и ниже топать надо. Нам нужно уничтожить пулеметные гнезда, но лобовая атака — это самоубийство. Атаку! Обойди их с фланга, нанеси удар. Так, подожди. Граната! Так, подожди, я... У меня это не план. Стоп, подожди. Ага, вот. Так, мне новое оружие нужно. Какого хрена? Так. А где второй пулеметный план, хватит вот так. Блять. Там где? А это просто свет был, да? Прикройте меня! Ова, бабосики. Да. Отлично. К воротам? А что с ними? Что с ними не так? К воротам. Пошли, так. Блажкович, к воротам! Ребят, подождите, я все... Вперед, к воротам! Да не орите вы. Я-то иду. И чё? Блажкович, встретимся у ворот! Ворота! Ложись! Пошли, скорее! Атаку! Комплект. Всем лежать! Всем в атаку! Помогите, я в ловушке! Хороший выстрел! Огневое прикрытие! Зайзенштаб! Укрытие! Быстро! Хороший выстрел! Отстрел! Огневое прикрытие! Там, где они? Меня зажали! Пошли, пошли, пошли! Все в укрытие! Твою мать! Обеспечьте огневое прикрытие! Да вы издеваетесь! Всем в атаку! Ты чё, всё что ли? Эй, снеси эти ворота! Быстрее! Проклятие! Нацисты вызывают подкрепление! Нужно действовать быстрее! Это кто такой? А, все, вижу. Лига. Твою мать. Пока.
О! У нас теперь фотонная пушечка. Скорее, пошли! Круто! Отправить туда сапёра! Рыбчатка заложена! Берегись! В атаку! Всё! Осторожно! Осторожно! Дерево фотонная пушка! Сюда! О, деньги! Попал. О, зашибись. Бабки. Так. Это что такое? Опа-на. А куда нам? Нам просто валить, что ли? Походу. Твою мать. Кто сказал? Укрытие! Кто вам сказал, что я чего-то испугался? А как я перепрыгну? Так, что ли? Эвика. Какие тайны? Это я понял. Ага. А что, мне сюда надо было или куда?
подойдите. Ничего не пойму, а куда валить-то? Серьезно, вниз валить надо было или нет? Нафига? Походу, что вниз. Надеюсь, конечно. А. Или как это? Вариант силы. Валим тогда. Ты что, единственный, кто добрался? А где остальные? Это не важно. Нужно пробраться в церковь и уничтожить машину нацистов. Вперед, пошли. Да я-то иду, мужик, подожди. Все уничтожим, все сделаем в чистом виде. Подожди-ка. Обеспечьте огневое прикрытие! Угу. Было весело, да. Помогите! У него фотонная пушка! Что это за звук? Не понял. А, это блокирует амулет. Нам делать? Так, подожди-ка. Ничего? Тут нет активатора или чего-нибудь такого? Стоп. А что нам надо сделать? Уничтожим по защелкам на кольцах? Подожди. А. Все, понял. Оу. Амулет нас спас, наверное, да? Твою мать. В смысле, инферно, вот, не понял. Так, подожди-ка, а как их валить-то?
Все, что ли, не понял? Все? Был нацист, нет нациста, да? Ну погнали, что если готово. Я так понимаю, что эти твари не одни будут, да? Я помог кружку Крейсау уничтожить экспериментальную установку в старой церкви. Судя по всему, она должна была выкачивать энергию из измерения Черного Солнца. Мне нужно продолжать поиски генерала Цетты. Он ключ ко всему, что происходит в Айзенштате. Окей. Так, это мы куда пришли? Что там происходит? Ё-моё! Твою мать, подожди, он не один был? Не понял. Или кто там сзади был? Так, а куда мне топать? Подожди-ка. Ага, есть Каролина. А, стоп, все? То есть теперь осталась только ферма? Топать до фермы, да? Подожди, а я хочу... Подожди, а как нам попасть? Ферма, ферма. Так, подожди-ка. Не будет у вас огневого прикрытия, ребят. Вы же, наверное, догадываетесь, почему у вас не будет никакого прикрытия. Так. Я закуплюсь, и, наверное, мы пойдем на ферму, и после фермы, наверное, завершим это прохождение. Сделаем небольшие, но, как говорится... Какой шпион? Вы о чем? Так. Вопрос? Серьезно? Что это такое? То есть... Куратор операции, в смысле? Взять его! Пошли, пошли! Ой, блин. А ты чисти. Я не могу выполнить это задание, поэтому мне нужна твоя помощь. Тебе придется проникнуть на склад и украсть шифровальную книгу, сюда, пока она еще там. Склад отмечен у тебя на карте. Склад. Так он... Стоп.
аккуратор, блин. Ага. Так, подожди, а это куда нам, в эту дверь валить, что ли? Или куда? Вот интересно, с этой книгой вообще жопа будет? Или нет? Так, подожди. Ого, я там же здесь. Склад. Отпереть ворота. Да. Вы видели, помощник генерала снова в городе? О, я. Такую женщину трудно не заметить. Если она его помощник, то я премьер-министр Англии. Я уверен, что она ему помогает. Но сомневаюсь, что в деловых вопросах. Так. Чего? Давай. Как будет аля посту. Ладненько. Так. Командир, в этой зоне обнаружен шпион. Сопротивление хочет совершить очередное покушение. Глупцы. Вам следует отправиться в укрытие. Хорошо. Привести охрану в повышенную боеготовность. Есть. Вот, уберите шифровальную книгу в сейф. Я буду у себя. Возникнут проблемы, свяжитесь. Так точно. Да, наверное, вот эту миссию мы до фермы не доберемся, да? Я чувствую. Почему мы в полной готовности? Точно не знаю. Это шпион! В атаку! Так. Подожди-ка. Ложись! Что толку прятаться? Слева! Никто и не прячется. Толку прятаться. Блять. Ты на мушке. Ты мало того, что мало. Так, подожди, а. Нужно было по лестнице подняться с той стороны. Так. Стоп. А почему тут? Чего? А, это оно было, что ли? Стоп. Нужно открыть укрытие!
Ложись. Вперед, назад. О, ты тут. Твою мать. Наступаем, шнелю, шнелю. Так, подожди, а куда нам валить? Ниже. А кого они стреляют-то? Ладно, пофиг. Кружок Крейсау перехватывает секретные переговоры нацистов, но не имеет возможности их расшифровать. По просьбе раненого агента я согласился похитить шифровальную книгу с надежно охраняемого склада. К счастью, мне удалось преодолеть охрану и найти книгу. Такс. У нас там ферма осталась. Возьмите и поговорите с ра... А, еще с раненым этим надо поговорить. Так. Стоп. Там явка рядом. Граната! Где этот гад? Где же ты прячешься, американец? Слева! Там больше никого слева, сбоку. О, мужики, здорово. Это вы тут с явкой? Стоп, подожди. Ну. Так, подожди, а явка где? Так. Что тебе нужно? Не представляешь все, да? Так. Суперконденсатор, усилитель луча. Срезающий кристалл. Показано, когда это все будет, да? Барабанный магазин, да? Так, ну вроде полностью закупились. Так, подожди-ка. Что это такое? Снова деньги. А, подожди-ка. Угу. Ого. Что там такое жесткое происходит? Стоп. Твою мать.
обойти вас с фланга! Я под обстрелом! Да, успокойся, тебе уже все в порядке. Так, где? Так. С возвращением, Биджей. Ты неплохо поработал в церкви. Стоп. Не понял. Янки, мы просмотрели шифровальную книгу, которую ты выкрал со склада. Но там все закодировано. Тебе придется украсть кодовый диск из квартиры офицера. И не оставляй свидетелей. Посмотри на карте, где живет офицер. Еще и офицер. Ни хрена вы охренели, блядь. Проникнуть еще в дом офицера. Удачи. Доверитесь до фермы, да? Но до фермы мы уже не доберемся. До квартиры офицера, может, еще и доберемся. Так. Ферму пока не трогаем, да? Учи тебя, Биджей. Так, получается, нам сюда топать. Или куда? Так, не пойму, а куда нам проникнуть в тоннель? Да, квартира офицера. Найдите генерала. Зачем девушку убили? Тварь. Как она потом вас будет? Нет, сколько у вас? Где девушка? Эй! Вперед! Берегись! Что толку прятаться? Холк. Обеспечь его под... Да сколько вас тут? Вторая, две было или сколько? Ну что такое, никто тебя трогать не будет. Подумаешь, одну убили так случайно. Ален,
Ну ладно. Хотя бы две девушки спас. Так. И то хорошо. Да ё-моё, в смысле? Я по кругу бегаю. Так. Стоп, а здесь закрыто? Понятно. Это какая-то заколоченная дверь. Ладно. Ого. Хо-хо. Вот так прикол, так прикол. У нас прям эти. Топорики. Зато физика хоть какая-никакая есть. Чего? Нифига себе. Для чего у них за кухня? Нифига себе у них тут телепортация. Ты весело. Прям здоровый дом. Ничего не скажешь. Ага. Так, все, блин. Сейчас попробуем поискать. Так, данные. Улучшенная какая-то батарея. Это что такое? Ничего. Выше. Подожди. Это сейчас к чему было? Что мы типа... Стоп. Ну, естественно. Янки здесь! Я убивать. Ой. При девушке. Извини ты, мадам, он хотит меня убивать. Так. Я убиваю таких тварей, как ты. Ого. По пол тела, нифига себе. Жестко. Вперед, живей! Прости. Тебе еще так. Слегка далось, что побежит туда. Поскольку шифровальная книга, похищенная мной со склада, бесполезна без дешифратора, я отправился за ним в дом генерала. Как и ожидалось, дом хорошо охранялся. Пришлось прорываться с боем.
Но я все-таки выполнил задачу. Дешифратор скоро доставит на явочную квартиру кружка Крейсау, а генерал замолчал навсегда. Да-да. Так. Нам сюда или куда? А мы вообще в миссии дешифратор у нас? В смысле ферм? А, подожди. Так я хочу... Короли... О! Или сразу к ферме идти. А потом обновление закупить остальные. В принципе, логично. Блин, подожди-ка. Ну если добраться так, подожди. Ты же можешь добраться как-то иначе до этого какого дешифратора или как он там называется, в смысле нельзя тупики, стоп. А, ну в принципе если только по-быстрому вот так,